Так, далее, что касается технических новостей, работы ведутся, по лаборатории ведутся. Значит, сейчас мы планируем большой комплекс работ по поверке провести. То, что мы разбросали по времени, у нас сейчас одно оборудование в одно время, другое в другое время будет проверяться для того, чтобы мы не останавливали процесс, разнесли это по времени, сделали графики соответствующие. Вот там очень много вопросов возникло поставщикам оборудования измерительного. Очень большие вопросы. И порой даже диву даешься, а как же работают с этим оборудованием другие российские компании?